Добрый день! Сегодня мы снова в студии Digitarg. Меня зовут Ирина, со мной Куно. Он расскажет о новом платежном решении, мобильном приложении mTasku. Здравствуйте, Куно. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, mTasku, мобильный кошелек, что это за приложение, что оно позволяет делать? Это новое мобильное приложение, которое Telia разработали вместе с многими партнерами в Эстонии. И этот мобильный кошелек позволяет заменить пластиковые карты, так как банковские, так клиентные, и даже туда придут скоро подарочные карты. А как же работает это приложение? Приложение работает в тех магазинах, где программное обеспечение есть. И сейчас самое большое предприятие – Тальна Копомая Групп. Там у нас внедрен 700 касс, которые поддерживают mTasku. То есть это все Silver, Ilu, ABC, King, да, прямо да, во всей группе, да, можно платить mTasku. Я скажу по секрету, я, конечно же, в нашем здании пользуюсь mTasku и даже разочек сходила в Silver попробовать. Это очень удобно, но, наверное, нам нужно объяснить нашим зрителям поподробнее, как оно работает. Связано ли оно с моим мобильным счетом, связано ли оно с моей банковской карточкой? Там очень много может быть всяких разных способов для платежей. Сюда можно связать банковские карты, например, для сотрудников Telia они могут провести или скачать туда мобильный привязать к мобильному, да, счету. Да, да. И туда скоро придут подарочные карты, которые я могу тоже в ходе процесса платежи использовать. И в Таллине от Каупама даже тара-талон, или как это называется, может тоже включить этот комплект. То есть этим приложением можно сделать все, зайти в Silver, взять пульт, использовать, да, свою партнерскую карточку, еще и заплатить банку. Самое интересное это, что не надо отдельно показать эту клиент-карту, потому что это используется в процессе автоматически. Это очень удобно, мне надо только открывать, фотографировать этот QR-код, и процесс уже пошел, он все знает, какие у меня там клиент-карта, какие еще, может быть, там еще есть другие клиентовские карты, тогда я могу выбирать, какую я хочу этот раз использовать. Ну, например, может быть, у меня фирменная карта дает на этот раз больше скидку, я выбираю это и пойду в платеж. После покупки mTasku придет M-квитанция, мы называем, и там все видно, каким картам вы платили. И если это фирменная карта, вы можете эту квитанцию в ближайшее будущее пересылать в бухгалтерию для расчетов. Но это такой большой и сложный проект. Telia же разработала его вместе с партнерами. Кто был партнеры в этом проекте? Самые важные партнеры у нас банки ЛХВ, которые, как называется, Kaupmes банк. Потом ЛХВ, этот процессор, который обрабатывает эти платежи. И кассовые, мы называем кассовые интеграторы, которые делают этот программное обеспечение для магазинов. И там можно назвать Nixor, который для Kaupamaja это приложение, и Ektako, и ID-системы, и Lansot Russman. Довольно много партнеров. А означает ли это, что mTasku безопасен? Конечно же, мы все волнуемся, что в телефон переезжает слишком много наших функций, и получается, что в телефоне полжизни. А что, если какой-то злоумышленник попытается заплатить с моего счета? Очень, как сказать, секретный этот mTasku, потому что все, кто создали, очень волновались. И получалось такое надежное. Никто не хотел свои деньги терять. Да. И эта мысль, нет вопросов, поэтому и ЛХВ стал для mTasku как гарант-банк. И там с Эвером очень важный факт, что человек очень ухаживает за телефоном, он обычно никуда не оставит. Иногда кошелек валяется на столе, но телефон всегда с собой. Второе, чтобы
современные телефоны снабжены с клавиатурным замком, или там палец надо показать, или даже iPhone Class. Мы очень стараемся всем своим клиентам говорить о том, что не забывайте, пожалуйста, ставить пароли на телефон. И для тюжи с МТАСКО там используется специальный пин-код, или мы называем секретный код МТАСКО. Все покупки, которые превышают 25 евро, надо подтвердить с пин-кодом или секретным кодом МТАСКО. А всего на какую сумму максимально можно заплатить МТАСКО? Ну, максимально можно, сейчас мы поставили границу на 70 евро. Но это максимально, обычно это связано с лимитом банковской карты. Это еще одна степень защиты, да. Конечно. И когда это подходит в область М-коммерции, там человек может поставить определенные ограничения, сколько там он допускает делать платежи. Ну и тогда такой вопрос, который волнует, наверное, не только клиентов Telia. Все ли могут пользоваться МТАСКО? Все клиенты эстонских операторов могут МТАСКО скачать и использовать. Но не в всех магазинах пока. Мы только начали, моя группа. Там еще 10, около 10 кафе и маленьких магазинов, но мы стараемся больше расширяться, да. И такой вопрос, нужно ли что-то платить за пользование МТАСКО? Клиенту нет никакой дополнительной деньги. Обычно, когда он делал до сих пор мобильные платежи, там были такие... Какие-то платы за обслуживание? Да. Ну, например, M-паркинг и такие. Но здесь, как обычная банковская карта. Спасибо большое. Я на самом деле могу сама сказать, что это очень удобное и очень надежное платежное средство. Советую всем хоть раз скачать и попробовать. МТАСКО работает и на Android, и на iOS. До встречи в следующей передаче «Дигитарк».